А у нас сегодня интересные занятия, потому что мы будем разбирать сутру сердца. Вау. Вот, лично я получила массу удовольствия. Этим занимаюсь сейчас. Вам тоже покажу. Нам дадите возможность получить. Так. Ну, будем делать, как уже привыкли. То есть мы сначала читаем строчечку. Потом я покажу, как она правильно выглядит на транслитерации. И с транслитерации уже будем в словаре искать, чтобы не мучиться, потому что я понимаю, что с Диванагари, наверное, сразу в словарь сложновато. Так, ну давайте по порядочку. Альчика, первая строчка. Вспомнить все. Где моя Аллочкина книга? Так, это первая у нас П. Про. Да. Не про. А, сразу скажу, у меня тут некоторые особенности шрифта, в которых вы можете вот это вот не узнать. То есть вот есть несколько конструкций, которые для меня мало похожи лично на то, что учебники, например. Да? Вот это джня, да, сразу не буду Это вас дня. учить, джня, да. А вот это вот R, которая гласная. То есть у меня просто в шрифте нету вот этих вот закорючек, которые внизу должны быть. Оно мне выглядит вот так. Вот. В остальном, в общем и целом, оно вроде бы читаемо нормально, как обычно. Поэтому давайте. Про джня. Праджня. С длинной А, да? А, Праджня. праджня, пара, мита. Так, пара, мита. Там должно быть что-то на Х. Сейчас я Это посмотрю. Х, да, это Х с отрезанной гласной тоже вот в этом шрифте так выглядит. Это Хр, Х, да. хрудая. Пражня, парамита, хрудая. А, так, а это что за ножка внизу? Не знаю. Я не помню, что это у нас Это за что. длинное У. Это У длинное, да. А Су. это СУ. Су, сутра должна быть, нет? Ну, почти. Парня парамита. Су. А вот это что у нас? Тра. Это ПРА. Сутра. Сутрам. Сутрам. Да, все правильно. Ура! Так, иди сюда. Класс! Ой, как здорово! Парамита Храндая Сутрам. Так, ну что, давайте переводить. Берем по словечечку. Да, сразу тоже хочу Прашня, это сказать. мудрость, нет? Прачня – это мудрость, да, знание, Жираф. намерение, цель. Вот уже нас надрессировал. Да. Жираф. А вот здесь в сутре сердца много составных слов, причем составных, вот здесь вот два слова, да, в одно записывается. Есть там и по три, и даже по четыре. А, немножечко о правилах, как они составляются, эти слова. То есть либо они слепляются просто, да, вот праджня, парамита, они просто вместе слепляются, здесь ничего не меняется в них. Просто два слова рядышком. Если одно слово заканчивается на гласную, и второе начинается тоже на гласную, но обычно «а» заканчивается на «а» начинается, тогда вместо этих двух «а» образуется одна долгая «а». То есть выглядит как одно слово, и в серединке одно долгое «а» на стыке вот этих двух слов. Там у нас дальше будет это достаточно часто встречаться. Вот, ну, здесь у нас простой вариант. Просто вместе. Так, праджня, мудрость, да, парамита. Парамита. Не помню. Парамита, да, Пара это парамита. что-то высшее. Нет, прям есть в словаре, если вы Высшее. возьмете PDF-ный словарь.
Единственное, туда надо забивать без всяких спецсимволов. А, Просто пирамида. парамита переход. Ага. А еще он там есть? Переход на тот берег. Совершенное достижение, совершенная добродетель, совершенство. Да. Совершенная мудрость. Совершенная мудрость, да. Вот интересно, что переход на другой берег, да, как вот А переход к переход на другому другой берег, состоянию. это имеется в виду, что перешли уже, ну, в общем, Да, вот эту границу. Вы омрачение, себе все уже записываете, закончено. потому что там дальше эти слова очень часто используют. Так, хрдая. Да, я тоже Word нам говорил, но я не Сердце. Сердце. Ну и сутрам Вот это с можно было утра, с да, утра, это да, можно просто было о ней ешь. догадаться, что это сердце. Да. Получается, что мудрость, да, совершенная мудрость, сердце совершенной Сердце. мудрости. Сутра сердце совершенной мудрости. Отлично. Так, кавычка, давайте два сразу. Интересно. Две строчки. Так, намах сарва джня я. Так, намах. А, ну давайте сразу две прочитаем, потом две переведем. Две читаем, да? Да. Так, намах сарва джня я. Так, это проходит. На, кажется, Е. Вам. Я вам. Моя. Так, а вот это страшная аллигатура. Что-то не узнаю. Ну, прям можете подглядывать, там же есть у нас в учебнике написание. Где-то есть. Сейчас. Так, Да. сейчас скажу, в каком уроке. Так, в пятом это уроке. Да, пятый урок. В бумажном учебнике 40-я страница. Я прям на ней и открыла. Так. Это должно быть как-то исключение помечено или ничего? Должно быть, да. Я ее не найду никак. Слушай, ты такое-то. А, нет, Нет. это я собрала. Ну, то есть это лигатура, конечно, но она не это Не самое. исключение. Она не исключение, да. А, вот она, нашла, наверное. Наверное, она. Щелы или. Или щечи. Что-то такое, да? Ну, вот это ще, Нечи. а вот это вот Щей кто? че. А почему че-то? Вот это кто? Р. Ч. Я. Н. Ч. Вот это? Почему на? Ага, да. Девушка, вечер, я понимаю. Это ре. А, шр, да? Шру. Шр. Шру. Шута. Шру там. Почему х? А, что там, да, точно. Что там? Так, отлично, переводим. Нама. Нама. Имя? Ну, намах – это приветствие. Нет. Да, это приветствие. Я кланяюсь, я приветствую, да, там хвала тебе и так Роняю. далее. Сарва. И родные сестры. Каждый всегда, что это такое? Весь, каждый. Целый. Дня. Джня она. Да, Джня. и дня.
Как его написать? Обычный Н написать. Ага, а G как написать? Ну, здесь есть на клавиатуре. Джинай. Это большие предложения. Джина? Вообще, джняна – это Джня? что-то, это что-то со Джня. знанием связанное, Мудрость, не по-моему. мудрость, нет. Жня, вот жня, вот Знание как я как-то. выделила. Видно вам Ну, выделение, да? да. Жня означает знать. Знание, ну точно. Да. Угу. Поэтому сарва весь или целый, да? Джня знать. Все знающие, получается, у нас. Хвала там или приветствую тебя, да, все знающие. Ага. Так, дальше. И вам. Так, Иван. кстати, не уверена, что оно с точкой, но, наверное, просто М. Таким Так, что-то образом. действительно, что-то да, таким образом. Так, таким образом. Угу. Майя, А Майя, это ну, не иллюзия, нет? не иллюзия, да, я тоже думаю, нет, иллюзия, когда здесь долгое А. Майя, тогда это иллюзия. А вот в таком виде это форма от слова меня. Ну, Да, я меня, да? понятно. Ну, Точно, да. мною, вот, мною. Не буду вас словарь посылать, потому что там его нет, этой формы. Мною. Нет, тут написано вот в этом, в электронном «байми», прям А, есть, перевод. да, пойми. Угу. Да. Да. Хорошо. Вай И чего, Аллочка? Я его пойми, что? пойми. «Байми». Ну, там на А, английский же переводится. там уже на английском. Поняла, я на русском же тут в этом. Обычно. В PDF-ке нету. Так, и вот это, ну Что вот там? это вот глагол shrew можете посмотреть. Вытекать. Слышать Вот. что-то, А он, слышать. да, слышать, еще Слышать. изучать со слуха причем. Или еще я видела значение говорят, предание гласит. Вот, а шрута – это прошедшее время, соответственно. То есть это примерно так, что Таким вот образом, так мною услышано, да? мною услышано, да, когда мне это передавали, примерно вот такое значение получается. А шрути – это слух. Ну, красота. Так, поехали дальше. Альчика, о, красота какая. Девочки, я вас на Сейчас 5 сек оставлю. буду гадать. хорошо, пока Альчик у нас читает. Сейчас первую не узнаю время. Первое. Гласное. А, это гласно. Что это О, что ли? Нет. Нет. Ну, тут лучше брать подсказочку, да, там какую-нибудь тетрадочку, где мы писали, или Да, учебник. я вот сейчас открыла. Еще. Кратко не знаю, где. Е. Е. Угу. Е, К. Ой, лигатуры пошли. Я их... Угу. Ресне или ресме тут? Рма? А где Мр. ре? А, нет, это не ре. Это не ре, это кусочек от чего-то, от чего? Сейчас. Кусочек отца. Угу. Да. Исману, да? Сма, ну и гласные у нас тут, да? Ми. СМИ. Угу. Ека. Екасни, Екасни. Екасни. Угу. Так. Екасни. На. На. Вот сейчас. Екасмин. Вот это одно слово, и здесь Ясмин. оно соединяется со вторым. Экасмин. Самая. Угу. Сания только. Самай. Нет.
Там R, это R вверху. Ну, Или нет, это нет, это Е. Е. Это Сама Е. Е. Сама Е. Угу. Касмин, сама Е. Сама Е. Угу. Так, И сейчас. произношение как-то научиться произносить. Ну, лучше, когда мы учимся на что-то одно упор делать, да, потому что мозгу сложно и то, и другое сразу. Сейчас мы читаем, переводим. Потренировать произношение можем отдельно. Хорошо, а это лигатура первая, или это я не Нет, знаю, это это не пха, что ли? лигатура. Это мха, да. Пха, ага, хагава, это Н, Бхагаван. хаван. А дальше как бы слово закончилось, и вот это R, оно уже начинает следующее слово. Агаван, ра, или Угу. ру, ра, Ра, да, правильно, ра. ра, раджа, Угу. раджа, вот эта маленькая г, это от га, Угу. а это р, Ну, это гласная «р» здесь так в этом шрифте выглядит. раджа, «Р». гр. Угу. Хе, «Хе». Да. Угу. раджагрихе, «Грюхе». Там нету «и». «Грюхе». раджагрхе. Угу. Так. Ага. Ну и следующее читаем тоже. Угу. Ви, ха, вихара, вихара, ти, вихарати. Так, это са, сма, Сма. ма, гр, или гар, гр, Гр. Гр. гха, у, или это не у, у, хаку, те, Это долгое «у», да? Вот у нас это вот так хаку, выглядит. те, Обычное «у», а это долгое. Угу. па, так, рва, Угу. парва, парвате. Парвате. Угу. Юху. Так. Вот Ну что? интересно. Поехали. Значит, вот это у нас... Эркасмин. Вот здесь, когда через дефис, это то, что тут в одном слове слеплено, да? Я поделила, чтобы было удобнее. Значит, ищем по одному слову. Екасмин. Экасмин, экасмин. У меня не нач... ничего он не... Но нашел В слово одном экасмин. что-то написано или Но у меня на написано, одном. что эко просто, и все, экасмин, эко. Ну, это, короче, форма от слова эко, да. А эко у нас тогда Там что? единственное число, там чего-то еще, короче. Эко. Один, что ли? А Один, это да? один, да, один. Угу. Единственный. Самое, да, один единственный. Угу. Самое, помним, да, что Единственный. если е у нас на конце, то это падеж, поэтому ищем со словом, с буквой А вместо е. Самая. Самая. Соглашение, договор, закон. Сама это как запечатано, когда в древних текстах они переводят. Да, еще время, срок, Время, наставление. срок, да. Да. Встреча, место общения, наставление. Ну, в общем, да, получается у нас, Правила. Когда получается говорят сразу нарушение давай. сама. Не правильно. Ну, вот здесь в данном случае, видимо, все-таки самая это время. Потому В что одно время, да? получается в одно время, да, одно время. Бхагаван, Агаван, Бибиван, да, понятно. Раджгрихи,
Короче, это тоже можете не искать. Это царский дворец в Ну, это Раджагриха, Раджагрихе. вот этот город-то, который... Да, Город, да. Так. Авихара. Значит, Вихар. Вот так вот поищите. Вихара. Вихара, прогулка, монастырь, буддийская святыня. Глагол. Глагол. Нам глагол нужен. У меня только такое Кто-то выступило. там, кстати, вихарати, получать удовольствие, что-то такое. Развлекающийся, веселящийся Вот еще. такой, да, нашли? А, ну, короче, бродить, проводить время, наслаждаться. Здесь написано enjoy oneself. Ну, короче, наслаждался он там, Ну да. Бхагаван. Да. Сма – это частица, которая показывает, что это прошедшее время. Наслаждался. Да. Так, это кто у нас? Это что-то у нас уже было или у нас еще не было этого? А, это этот самый, короче. Это название этого самого, где это все происходило. Гора, вершина Коршуна. Парвата, гора. Как говорят, пик стервятников, еще его перевод. А, ну, пик стервятников, интересно, разные переводы, да. А Парвата. 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 Это что? Это не Смотрите. природа, нет, а нет, это проклятие природы. Парвата. Похоже на Парвати. Да, Мудрик. парвати Гора. есть. Гора. Ну, вот есть имя, да, и есть Да, женский род в горы. том числе, а есть гора. То есть это гора, вот эта самая, которая пик стервятника, там, не знаю, вершина, а вот там коршуна. В общем, в это время Бхагаван, то есть благословенный, наслаждался, проводил время вот во дворце на этой Пребывал на горе. горе Рация. Бывал, да. Я просто помню сутру, это так много читала. Класс. Так, аучка. Поехали дальше. Махата. Так. Ой. О, боже, опять что-то страшное. Бойся, Дхи, Аллочка. дхи, это кша, наверное, дхикшу. Да. Хикшу сам ха гхена. Супер. Так, вот тут саркхам, да? Сардхам. Д. Саркхам. Это дха или гха? Потому что она с крышей. С крыши это гха. Без крыши Саркхам, дха. получается, да. Да. Саркхам, Я как запоминала, без крыши оно как бы дышит. У него там улетает. Поэтому д. Дха. А с крышей, соответственно, гха. Не дышит. Не дышит, да. Мадата. Так, ма... Сейчас это я неправильно писала, да, не да. Сейчас мы сразу ошибочку Махата, исправим. наверное, да? Да, Сейчас, секундочку. Так, ну... Да, вот так вот. А, да. Махата. Ча. Бодхи са... Так, а это Чтобы... что? А, это А вот я это... заодно сейчас ошибки буду исправлять. Бодхисаттва... Бодхисаттва, да, я там забыла. Сейчас Бодхисаттва тут написано, да? Надо написать Бодхисаттва. Вот так. Бодхисаттва... Самхена. Самгхена. Да. Самхена.
Да, отлично. Девочки, я еще от вас отбегу на Давай, сегодня. отбеги. Хорошо. Значит, мы тем временем смотрим. Махата. Так, тут на самом Махата. деле такая еще штука, что вот в источнике, в котором я это, с которого я списывала, там есть кое-где противоречие между Деванагари и транслитерацией, поэтому, если честно, я не знаю, как правильно, да, поэтому вот то, что я здесь пишу в транслитерации, это то, что нашлось в словаре. Вот, ну, то есть вот здесь вот N, да, а там М стоит, которая с точечкой. Ну, в общем, ищем так. Короче, вот махата, это от слова маханд. Нашла махата только. Не махата, а махата пас. Нет, Махата маханд. ви. А, маханд надо. Махан. Маханд надо, да. А ну, сейчас махан. Надо. Махант – это у нас большой, сильный, великий, величественный, благородный. Да, ну, маха, да, в принципе, тут можно Да. догадаться, да. Так, Вот это слово в словаре есть. Пхикшу. Пхикшу – это не мудрец, нет? Но почти Что-то немножечко я такое по-другому словарь это читала. определяет, да, но Пикшу. Ну, я его тоже не помню точно, но помню, что что-то такое. Пикшу. Сейчас. У меня не находит в этом в словаре. не находит? Может, пхикша? Не-а. Нет, пхикшун, по-моему. Ну, короче, это нищенствующий монах или отшельник. То есть, может быть, это, конечно, Отшельник. аналог, в принципе, да, тех самых мудрецов странствующих, нищенствующих. Значит, большой, чего-то там, значит, с этими монахами. Так, Сангхена. Санха. Ну, на самом деле, от Сангха. Да, Сангха, в принципе, объяснять не нужно, но в словаре определяется это как некое большое количество, множество объединения, союз общины. Да, то есть большая община монахов. Так, идем дальше. Вот это вот. Собралась там. Сарт. А вот это я нашла, что с предлог Сартхам. Сартхам вместе, Да, сообща. с. Да, ну да, с. Кто-то с кем-то, да, вместе с кем-то. Вместе. Вместе, опять же, с большим. Значит, ча это и. Бодхисаттва Бодхисаттвами. Санхена. То есть это кто у нас будет? Большим сообществом бодхисаттв. Да. Большой общиной бодхисаттв. Большая, соответственно, община монахов и большая община бодхисаттв. Вау. Класс. А, ну Отлично. что тут такое серьезное? Алочка. А, или кто нас сейчас Я читаю, читал? да? А, нет, сейчас вы Алла читали. Нет, прочитала. Теперь я Алечка. дала. Так. Тена. Да? Да. Ой, а это что? Это R с V, что ли? Нет. Нет, это тоже такой шрифт здесь, это кха. К. Я бы... И ты другим бы не узнала. К. А это у нас что? Ой. Т, что ли? Нет. Нет, это От такой, чего ну, тоже такой в кусочек? разных шрифтах по-разному. Это ла. Это А, это L, да. ла? А как первое, я забыла уже. Тха. Тха? К. Тхалу. К. Кхау. Калу. А сама. Е.
Самаена. Супер. Так, Самаена. А это у нас что? Это Пха. Пхагаван. Гам. Ва. Гамв. Это не Б, это в смысле не В. Все Тогда Б, что ли? Гамб. Гамб. Гамба, Хира. Хира, Ха. Не, хамбу. Гамхира, и дальше вот это то самое. Сама. Сейчас остановитесь на минуточку. Это вот то самое место, где встречаются два слова. Одно кончается на А, и второе начинается на А. Вот здесь идет Гамбхира. Дальше начинается слово на А. Ава. Самам. Самам. Дальше. Самам. А. Хе. Нет, Хе. это не Бхе. По. Бхо. По. По. Да. Да. Так, сейчас бхо. Дышащая же должна быть, да? Да. Бхо. Сейчас тут как-то тоже что-то не так написано. Не так. Бхо. Здесь бо должно быть. Я уже под... Бодха. Я уже забыла, как оно читалось. Пхагаван. Ган. Гамб. Хи. Ра. А. Ва. Так, вот так. Самам. Здесь. О. Васам. Да, вот здесь. Сейчас. Ох. Вот, Бодха. Правильно, отличненько. Так. Нама. Сама. Сама. Самадхим. Сама. Пам. Саман. Самапан. Нах. Да. Сама паннах. Сама Паннах, да. Так, смотрим. Так, начинаем переводить. Значит, тена, это у нас от слова тад. Я сейчас попробую. У меня тена это... А, нет, тена у меня... Стена есть. Тена нет. Это то. Я нашла. Тат. Да. А тат тогда что значит? Мне А посылают слово тат. нет, слово «тат» — это то, как вот я нашла переводчик. Ну да, все правильно. Так, халу. То. Халу. Халу. Алло. Место получается наша. Из места? Не, неправильно перевела. Мне только к халу находит, а халу не находит. Халу. Алло. Нету? Так, халу есть. К халу это ведь же именно воистину. Действительно. Да. Конечно. Неправильно перевела. Так, ага, отличненько. Так, сама я, если помните, мы переводили. Это, то есть там встреча, Не помню, правило, как мы... время. Мы как время перевели. Значит, то именно время получается. То самое, может быть, То то самое самое время. время. То же самое время получается. Бхагаван.
Так, Гамбира. гамбхира. Ищем, да. Гамбхира. Глубокий, таинственный, тайный, скрытый, неизмеримый, безграничный. Так, пометили себе Авасамбодха. Авасамбодха. Одним смотреть. Да. Авасамбодха — совершенное знание, совершенное понимание. Нама — это имя? Нет. Да. Имя. Значит, самадхи. Самадхи — это глубокое сосредоточение. Да. И вот это слово, оно Сейчас вот такое посмотрим. вот есть. Самапаннах, да? Да, самапаннах. На. Самапаннах. Самапаннах. Х это Самапана. же. Самапана. Единственное, Самапана. Впадать, попадать, входить. Состояние что. достигать. Быть вовлеченным. Да, получается, в то же самое время Бхагаван, значит, наш благочестивый Бодхисаттва, да? Ого, ой. Что у нас? Вошел в состояние, которое называется, Глубокой да, глубокого сосредоточения, да, которое сосредоточения. называется самадхи. Так, Аллочка нас покинула. Так, Я ну, могу придет. начать, она может сейчас прискочить. Ну, да, придет. Тоже. Это у нас по. Или это не по. Все время надо посмотреть. То, те, тена, тена, джа или ча, чава, самае, самае на а я нет Это что у нас за ключочек? р и как его сделать рья Ария. ария Самаена Ария. ария вале вало авало Авало. Ките, тут, наверное, шва. Да. Авало китай, шваро. Титешвара. Ра. А вот эта палочка вверху. Это Титешваро. Да, ре. это ро. Окей, ро. Ро. Падеж. Авало китай, шваро. Это какой-то падеж, наверное, да? Да. Авало китай, шваро. Бо или бе? Бо, потому что с долгой Бо, гласной. бодхи, сатве, Садво тоже. бодхисатво, махасатво. Недавно Отлично. читали у Ворда. Не, конечно, не такими буквами. Интересно, да, на разных языках смотреть. Так, тена, опять же, у нас была, да? Это в то время, да, по-моему. Это тот. А, то. 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 И Ча. то. И. Самое. Самая. Само. Это Время. время мы. Да. Да. В то И то же самое время. время получается, Ария да? Авалокитешвара. Бодхисаттва. Великий. Бодхисаттва. Или Да. Махасаттва. Это великий. Бодхисаттва. Махасатва, да, да, сейчас, даже я смотрела.
Да, великий святой, великий мудрец, великодушный, благородный. Ария еще как досточтимый переводится. То есть великий, короче, в то же самое время великий Авалокитешвара, благородный. Бодхисаттва. Алочка вообще ускакала. Ну ладно, у нас индивидуальные занятия. Мне повезло, насела. Так, ладно, читаю тогда старательно. Это у нас га, да? А вверху гам. 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 Бха. Но только не бха. Пхи. Гам. Пхи. Гамбхи, длинные притом. Гамхи. Ра. Ям. Гамбхирайам. Так, это у нас пра, прадж, праджа, Раджня. праджня, а там от н, да, крючочек. Праджня парами таям. А, так, это у нас ча или джа? Ча. Чарья. Чарьям. Чарьям. Чара. Чарама. На. Да. Чарамана. На. Так, Церебральный. это. На. Это у нас е. Евам. Евам. Так, это пузика от В. Да. Я. Вьява ле или вьявало, Я вьявале, ло. Ло. вьявало, ка, ва, кавати, вьявало кавати. Яволока. Я теперь должно быть. Получилось. Ничего, сейчас исправим. Так лучше Так. будет запоминать. Да. Яволока. Неудобно с этой клавиатурой, которая экранная. Каяти. Вот так. Вьяти, дьявола кавьяти, каяти, без веда. А это у нас сма. Ма. Да, наша частица, которая прошедшее время показывает. Ага. Так. Ага. Ну что Аллочка с... написала в чатике, что убивает. Ну, Что ладно. у нее не получается. Так. То, что пришло. Гамхираям мы ищем, да? Так, сейчас скажу, мы ищем. Ой, что мы ищем? Я уже начала. Гамб хира у меня нашелся. Гамбхира. Гамб хира глубокий, таинственный. Ага, мы уже его искали, по-моему, неизмеримый, безграничный. Кажется, у А нас где-то. ям, я не знаю, что это такое в конец. А, нет, это форма просто. Гамбхира. Короче, глубокий. Праджня Праджня. Парамита. Праджня парамита, совершенство мудрости. Да, значит, здесь Чарьям. чарья. Можно посмотреть только без Сейчас. долгого А. Ча. Чарья. Обычно А. Рисья. Чарья. Чарья – странствование, жизнь, образ жизни, поведение, Образ завершение, жизни, да. благочестие еще, может быть. Ну, в общем, глубокая праджня прамита, образ жизни. Чар вообще это ходить, странствовать, следовать, Да, вот жить. странствовать еще, Да? странствование, жизнь просто даже, поведение, как образ жизни бодхисаттвы. Поведение. Ну, то есть, короче, следовал образу Следовал. жизни, да, глубокой праджной прамиты.
Для практики, да, можно сказать, если мы правильно скажем. А и вам, как я уже забыла. Так, и вам у нас это... Господи, Тот, нет. так, таким образом. А, таким образом. Да. Так, дальше. Это у нас вот это вот слово. Оно у нас кончается вот такое вот слово есть словаре. Вьяволок. Сейчас попробую. Фокусы потерялись у меня. Лок. Нет, больше не ходит, только вьявол. Может, я неправильно пишу сейчас еще раз. А вы в каком словаре находили? А я уже не помню. А, потому что в этом вот скачанном у меня нет. А, там нету, да? Так, ну, в общем, это смотреть, рассматривать, замечать. И, соответственно, в прошедшем времени. Да, то есть, если мы соединим это предложение, у нас получится, что и в то же самое время наш Авалокитешвара, досточтимый Бодхисаттва Махасаттва, да, заметил или там рассматривал что-то, а следующий образу жизни глубокого совершенства мудрости заметил так, или так, ну как, или сказал так, заметил так, короче, что-то он там заметил. Сейчас мы будем читать, что. Узрел что-то. Узрел, в общем, да. Так. Пам. Памча. Помча, да. Памча. Скам. Так, Там. Та. помча. Здесь, кстати, тоже интересно, что этот самый Диванагари не соответствует. Диванагари вот сейчас поправлю. Сейчас. Здесь дальше идет такая не, которая с тильдой наверху в транслитерации, которая не панча. Панча. Читается панча. Так, Панча. сейчас я найду ее в этом самом. Так, тут у нас сакам та Ниса только ска, да? ска. А, Лигатурная. там еще к, да? А, это лигатура получается. Скам та. Этот скандхи, как мы называем, неправильно. Скандха, Скам скандхи, скандха. та. Так. Ста. Стам. Скандха. С пропусти. Там, а вот это вот что за литература, не знаю. Сейчас. Скандхас. Но это опять же кусочек от чего-то. От чего вот похоже стоит. Это С. Да, там, там нет. А, все правильно, ничего не пропущено. Там. Скандхас. Та. Это здесь стык двух слов. Первый скант хас. Хаса заканчивается. А дальше идет та и следующее слово. Да, а да, а вот это я не знаю, что там и ча, и вот этот крючок сверху, я не знаю, что. Ну, вот такая, когда у нас как П, только с такой загогулинкой, это что? Как вы? Лигатурах она присутствует у нас. Не знаю, пха, что ли, нет.
Это ще. Ще, когда отдельно пишется, у нее другое Значит. начертание. Когда она в лигатуре, она вот такая вот, как П, но с таким хвостиком. И как ее прочитать? Ща. 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 Да. Ща. На. Там ща. Танща. Да. Ща. Ну, ча это тоже здесь добавка, ча это и. Угу. Здесь получается три слова. Скандхас, танщ и ча. Савадха. Так, СА тоже здесь должно быть. Сейчас сделаем. Ой. Где? Здесь вот. СА. Свадха. БХА. Абха это. Свабхава. А это у нас ше, что ли, шу? Ще, ще. Щу. 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 Это у нас от чего кусочек от Н. Шунья. Шуньям. Да. Шуньям. Шуньям. Вьява ло ка лиле. Ка ва ти. Вьявала кавати. Каяти должно быть. Каять. Вьявала каять. Яти. Yes. Яти. Вот так. Ищем, ищем. Отлично. Так, ну что? Первое слово какое было, я не могу вспомнить. Так, панча. Панча. Так. Пан. Панча. У меня нет панчи. Правда сказать, вот поиском почему-то оно не находится в этом словаре. Но если искать русское слово, то оно находится. То есть оно там есть. Банча это 5. Пять скандхас. Танч, честно говоря, не помню, что такое. И оно, по-моему, здесь не очень нужно для понимания. Ча – это и. Значит, свабхава. Свабхава. Свабхава, природное свойство, природа, характер, привычка. И шуньям. Я там сейчас. Шунья только находит пустой, необитаемый, одинокий, лишенный пустота. Да. Все вместе получается. А что? Получается, ты по своей природе. То есть пять сканг Пусты по своей тут по природе. своей природе, да. И вот это вот мы смотрели, это было смотреть, рассматривать, замечать. То есть он заметил, что пять сканг пусты по своей Пять природе. скан пусты по своей природе. Вау. Классно. Да, спасибо большое. Так, ладно, у нас время закончилось. Продолжим в следующий раз.
Ой, останавливаю запись.